Так, поехали, у нас двойные монетки будут сейчас. И нужно аккуратненько будет ехать, чтобы все монетки нам собрать. И будем прокачивать эту синенькую машинку. Она у нас, в принципе, хорошо прокачана. Но еще есть куда стремиться на прокачку. А у нас еще задание, ребята. Все-таки. Немножко заработать денежек. И прокачать. Оп-оп-оп, ли-ли-ли. Ай, сломали, сломали. Сломали машинку мы. К сожалению. Ну да ладно. Ничего страшного. Все равно бы нам у нас сломалось бы. Оп-оп-оп-оп-оп. Поехали. Нет. Ладно. Мы еще в состязаниях участвовать. Сейчас мы здесь проедем. Максимально монеток соберем. И будем участвовать в состязании. У нас уже около 5000 монет. Это хорошо. Сейчас подзаработаем. И прокачаем ей колеса. На двигатель, конечно, нам не хватит. Но колесики мы прокачаем. Здесь легко проехать было. А вот в дальнейшие... Ох ты, ё-моё, только не ломай бошку себе. Давай, выезжай. Ой, молодец, молодец. Фух, сейчас могли бы разбиться. И все наши двойные монетки. Ой, мы даже не заехали, к сожалению. Наверх. Ну ладно. Так, сейчас опять будет столб. А здесь нам нужно прям по столбу проехать. Пока он не упал. Опа. Немножко не успели. Ну ладно. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Назад. Во. Фух. Так, здесь надо как-нибудь аккуратненько. Опа. А то можно было в лаву упасть и сгореть. Сгореть в этой лаве полностью. Опа, у нас здесь песочек. Забучие пески. Проезжаем, тут не страшно. Так, у нас уже почти 7000. Скоро будет 7000. Ну, а мы продолжаем. Движение. Так, водичка. Тут проехали. Да, на 7000 уже можно что-то докупить. Что-то интересное, наверное. Это не точно. Так, вода. Правда. Проехали. Здесь это перепрыгиваем. Оп, крупно. Да. У нас все машинки, которые вообще Hilton Racing 2, на данный момент есть. Это очень здорово. Осталось мне только машинки эти прокачать. Оп, аккуратно. Так, все, поехали, поехали, поехали. Быстрее, 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 быстрее. Да. Видишь, как она там падает вниз сильно. Можем и не запрыгнуть. Ох ты, нифига. Аккуратно. Хорошо, проехали. Так, дальше. Здесь тоже проезжаем. Там монетки пропустили, но не страшно. Просто в таком плохом месте находится. Вот так, смотри. Опа. Чуть-чуть бы упали, да и все. Хо-хо-хо-хо-хо. Ну давай здесь соберем остаточки, которые здесь лежат. И у нас... Ой-ой-ой-ой-ой. Шапочка. Шапочка слетела. Так, итого 9000. Так, а нам наверх не надо, но сюда нужно. Оп-оп-оп-оп. Поехали. Это было такое опасное место. Но мы продолжаем движение. Ого. Высоко, однако. Такой же спуск у нас сильный, серьезный. Угу. Проезжаем здесь. Ага. Перепрыгиваем. У нас стало 200 метров. Ага, до рекорда. Так же самое... О, здесь опасно.
Ай, зачем же я так сделал, ребята? Я же знал, что это опасное место. Ах, все, поглотило нас зыбучий песок. Так, вызов в карьере. Давайте поиграем на этом вызове. Проедем здесь немножко. Вот так вот машинки своей маленькой красненькой. У нас здесь нету магнита, но нам нужно проехать первым. Ё-моё, смотри, а. Ах, первым не получилось. Ну, вторая позиция тоже неплохо. Так, а нас... Вызов качели называется. Качели. Интересно, что... А, качели. Всё теперь понятно, что это за качели такие. Ой-о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 й. Выбился вперед, гад. Надо его бы догнать. Ну, посмотрим. А, чуть-чуть не догнали. А, давайте сделаем повтор. Нет, посмотрим, как он. Как он себе ведет. А как мы себя очень плохо видим. Да, смотри, он опять вырывается вперед. Ой-ой-ой-ой. Какой-то сильный соперник попался. Надо бы попробовать попозже поиграть. Потому что соперники могут поменяться. Ну что, ребята, мы отправляемся в столичный кубок. Я выбираю транспорт свой. Какой же мне выбрать? Такой возьму транспорт. Давайте поменяем лицо. Вот это возьмем. Ага. Машинка такая. А кепочку мы поменяем. Наденем очки. Все, поехали. Так, тут соперники сильные или слабые, интересно? Да, достаточно сильные. Нифига себе. Смотрите. Офигеть. У меня же машинка. Да, надо было мне все-таки синенькую машинку, скорее всего, прокачивать. Ого. Все, башку стукнуть, это точно. Победа. Так, первым победили. Дальше. Ох, смотри, как они вырываются вперед, а. Очень такие они быстрые. Слушай. Ё-моё. Тихо-тихо. Ай-яй-яй-яй, машинку сломал. Да. Пока что видим третьим. Смогу ли их обогнать или нет? А, нифига, уже все, они уже приехали. Они уже прилетели сюда. Так, итого у меня второе место пока. Так, надо здесь сделать первое место. Выиграть. У них какие-то ускорители стоят или что там? Кто-то же такие быстрые, смотри. Да, вот я теперь думаю. Машинку ты не прокачал? Прокачал другую машинку, надо это прокачать. Опа, наверх, наверх, наверх. У меня получится за это. О, с этими ребятами видим. Оп, вторая позиция. О, а я провалился в воду. А, первое место заняли, круто. Это хорошо. А, поехали дальше. Ну, возьмем теперь машинку. Вот такую вот. Синенькую, суперкар. На суперкаре. Все, идеальный старт. Так, все, мы отрываемся от них. Ой, хорошо. Блин, бензин не получилось взять, ну ладно. Это не так критично. Это мы едем очень быстро. Да, первое место, первая позиция. Ого, круто. Ребята, наверное, не ожидали, что у меня такая тачка будет. Суперкар. Ну, конечно, в некоторых моментах притормаживает, ну ладно. Блин, и это самое у меня слабо очень. Магнит вообще ни о чем не здесь. Надо его прокачивать. Но мы продолжаем выигрывать. Без напряга. Так, идеальный старт не получился. Но все равно мы видим. Ну, ускоряется, но хорошо машина. На ровно поверхности, правда. Какие-то более-менее сложные трассы. Вот это будет вопрос. Давай, 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 едем. О!
Опять-таки первая позиция. Вот это я понимаю. Круто.